Завтрак окружных школьников станет сытнее. В новом учебном году увеличится стоимость питания в школах Нарьян-Мара и Заполярного района. Также на обеспечение питания школьников из окружного бюджета дополнительно выделили около 9,5 миллионов рублей. Мы этот вопрос уже давно поднимали, и наконец-то этот вопрос сегодня решен. И с 1 сентября текущего года норма питания в школах города в день на одного учащихся будет повышена с 66 рублей до 97, то есть более 40%, такой существенный рост. А в округах, в школах Заполярного района с 76 рублей в день на одного учащихся до 76 до 107 рублей. Кроме того, по-прежнему будут поощряться отличники общеобразовательных учреждений округа. Так, стипендии за отличную учебу для учащихся 1-4 классов составят 200 рублей в месяц, обучающихся в 5-9 классах – 300 рублей. Размер поощрения старшеклассников будет равен 400 рублей. На эти цели в бюджете региона предусмотрено более 830 тысяч рублей.